Кабинет министров утвердил отставки нескольких руководителей учреждений, подчиненных правительству. Некоторые ушли по собственной инициативе, другие были уволены по требованию премьер-министра. Таким образом, была удовлетворена просьба об отставке генсекретаря правительства Лилии Пали. Ее полномочия были временно переданы заместителю генсека. В то же время было принято решение отозвать из офиса посла Молдовы в США Кристину Балан, которая подала заявление об отставке. Директор агентства публичной собственности Владимир Балдович, подозреваемый в причастности к незаконным схемам приватизации, также покинул свой пост. Майя Санду уточнила, что действия и распоряжения Балдовича будут предметом служебного расследования. Без руководителя осталось и Национальное агентство по безопасности пищевых продуктов. Ион Сула был уволен с должности врио-директора. Генсек Министерства внутренних дел Семен Карп также ушел со своей должности. Кроме того, правительство распорядилось временно возложить обязанности директора национальной компании «Медстраха» на заместителя директора учреждения Юрия Осояну.